К сожалению, это печальное утро не обошлось без трагедии, дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на своем канале. Речь пойдет, к сожалению, о нашем любимом российском певце Сергее Пенкине. Сергей Пенкин — один из самых популярных певцов из 90-х в России. Сегодня утром с ним произошла трагедия, в результате которой он попал в больницу с тяжкими телесными ожогами по всему телу. Мы решили выяснить подробности, но больше подробностей родственники Сергея Пенкина пытаются скрыть от общественности. Оказывается, Сергей Пенкин направлялся из Москвы в Екатеринбург на личном автомобиле на концерт. По дороге случилась беда. Его автомобиль на ходу загорелся и начал гореть. Сергей Пенкин пытался выбраться из горящего автомобиля и получил ожоги. Ему помогли подоспевшие на помощь двое парней, которые проезжали рядом. Они помогли ему выйти из автомобиля и вызвали для него скорую помощь. Сейчас Сергей Пенкин находится в больнице, где ему медицинскую помощь оказывают медики. Более подробнее, друзья, уже завтра утром на нашем канале вы сможете узнать из нашего выпуска, где будет продолжение этой трагедии. Подписываемся на наш канал и следите за нашими новостями, ведь только так вы будете в курсе всех событий на нашем YouTube-канале. Берегите себя, друзья, и до скорой встречи вам!